Здравствуйте, Павел. Можно ли будет объединить пакеты, взятые в рассрочку на одном этапе? Например, пакет $5000 плюс $10000, то 15. Павел, смотрите, нужно понять, что вы имеете в виду. У вас уже не взято или вы хотите взять еще один пакет, потом объединить? Как правило, в технической поддержке объединяют только те пакеты, которые были взяты ошибочно. Потому что вначале люди не разбирались в некоторые функционалы личного кабинета, и там, допустим, брали два пакета по $2000, хотя хотели несколько раз один пакет оплатить, в итоге два платили. Тогда объединяли. Если вы просто купили пакеты, то, конечно, просто так объединить их нельзя.